наш парк «Дельфин» в Воронеже, на наше воронежское водохранилище. Но погода сегодня ужасная. Ветер ужас. Волна. Сегодня никто не купается. Даже зена наша где-то бегает. В воду не лезет. Тут вот у нас в парке есть такой участочек около реки, где беседочки, большие, маленькие. Вот мы сейчас находимся на одной из них. Прямо сразу отсюда. Можешь хоть сутки сидеть, тебе выдают мангал, уголь, наверное, свой. Выдают мангал, готов шашлык на берегу, сиди, отдыхай. Вот это большая, не знаю, сколько стоит. Большая, самая лучшая. Безалкогольная. Мы сейчас за ЗОЖ, здоровый образ жизни. Рыбку щука. Оставил. А так выдают хороший большой мангал. Так что очень удобно. Так что все. Приезжайте, приходите. Спасибо за внимание.